Доброе утро, обитатели YouTube. Наступило 3 июля 2015 года. Сейчас время 6:35. Я будильник ставил на 6 часов. Ну и там еще один на 6:15. Ну, я где-то в 5 часов утра встал. Так, потом я что-то там затопил печку, но она не разгорелась. В общем, из 5 я уже часов не спал. Так просто валялся. Предположительно, нам надо выйти будет в 10 часов утра. Ну вот, когда мы шли сюда, я посчитал это с отдыхом, со всем вместе, мы потратили на дорогу 12 часов. Ну там на чапаях мы в избушке я еще спал. Вот. Вот от первой избушки, не, даже от озера, когда вот на озеро мы пришли, и от станции, где-то мы 5 часов затратили, да? И вот когда мы шли с Чапаёв до этой избушки, до дальнего озера, мы 3,5 часа затратили. Ну, дорога, вот эта дорога тяжеловатая была. То есть, если чисто ходьба и такой небольшой отдых, получается, надо где-то 8,5, ну, 9 часов. Если еще плюс часик на отдых, то 10 часов нам на дорогу обязательно нужно будет. Ну и вот, в 10-м, если выходим, 10 плюс 10, ну и примерно мы в Абизе должны быть по расчету 8 часов вечера. А поезд там в 21.30 или в 21 с чем-то так вот. Плюс мы последний переход, мы переплывали на лодке. Лодку я оставляю здесь. И придется нам тогда вот этот сейчас переход, когда обратно пойдем, придется раздеваться и как-то перейти так. Ну, там, может быть, выше будет, выше пояса, наверное, воды. Там под конец как бы глубина, так-то мелко там речка. Ну, посмотрим, поищем с грибобасом место это, чтобы перейти. Ну, раздеваться так и так придется. А на тех трех переправах, может быть, нет. Ну, ночью шел так периодически дождь. Сейчас тоже вот моросит дождик. Грибобас уже разжег костер. Я сейчас тоже подкинул там дровишек в костер. Сейчас печку, ой, печку, воду на чай кипятим. Сейчас я покажу, что там творится на улице. Наверное, слышно, как дождь капает. Вот такие пироги. Сейчас нас будут собираться и в путь-дорожку. Сегодня такой ответственный день. Надо успеть на поезд. Ну там вот вроде бы такое белое небо, ну то есть безоблачное. Так что может быть будет переменная облачность. Лучше, конечно, дождя, чтоб не было. А то мы будем мокрые. Ну мы в любом случае уже будем мокрые. Потому что сейчас деревья сырые. Из деревьев вода будет на нас литься вся. Ветерок еще поднялся, смотрю, вроде бы не было ветерка. В общем, сборы. А, вроде, кстати, вода закипела, вон порог идет. Сейчас надо будет чаек заварить. Все, спасибо за чайник, вкусненько все было. Дорогие зрители, мы вроде бы укладываемся в график 5 минут 11. На твоих также, да? Да. Так, и я слов не знаю плохо, но это вот ты, грибопас, знаешь, нет? Чего знать? Заправленные планшеты. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понял, браво, браво. И мы сейчас пойдем домой. Тра-ля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 . Отличненько. Грибопас собрался чай пить. А, еще, ну ты пей чай, я тоже попью. Ага. Ты допивай, я тоже кружку у меня освободишь. Хорошо. Он сладкий, Саш. А, сладкий? Сладкий, да. А, это уже, что ты думаешь?
Так, покажу, что там в избе. Так, кроме отца, порядок навели. Дровишки, все лежит. И сейчас надо в путь дорогу. Пей, пей. Я сейчас тоже буду пить. Угу, давай. Там избушку ничего не надо, если то закрывать. Закрывать, да. Ничего не надо тебе. Ну я хочу посмотреть. Ага. Слушай, я буду. Сейчас гляну быстренько. То сразу это. Она была приперта этими. Лопатой. Лопаткой? Маленькая. Ну угу. Вот лопатой, припри ее. Ага, сейчас. Я посмотрю, подожди. Так. Вроде бы погодка разыгралась и дождя не будет. Это очень хорошо. Ну, надо будет палочку срубить. На ветках, может быть, еще вода будет, когда пойдем. А может быть, уже и сдуло. Хотел сходить, показать вам маленькое озеро. Тут, в принципе, недалеко до него идти, но времени в этот раз маловато. Ну, давайте хотя бы покажу, что там с ручьем. Осветлился он или нет, где мы воду берем. Сейчас покажу вам. Ау! Да сейчас я этот, сейчас приду. А, давай. Не знаю, если получится, может, в сентябре сюда еще придем. 3 дня это, конечно, мало. Надо хотя бы 4. Ну что ж делать, это такой штурмовой поход. Так, посмотрим. Ну там песка, конечно, много еще. Это надо чистить хорошо. Ну так, видите, белая водичка, светлая. Подземный ручеек. Опа! Ох, красивое какое поле. Ох ты. А, комарики кусают. Слышно, самолеты летают, слышно. Вертолет, но вертолет где-то в сторонке там летал. Я-то слышу звук, не знаю, вы сейчас услышите. Звук самолета. Сейчас я попробую приближение сделать, и там звук должен быть отчетливый. Ну что, чай сладкий? Да, все, пошли мы домой.
прикольно ощущается. Ух ты! Опа. Ух ты, блин! Ух ты! О. А ты эти сапоги не стал поднимать? Ну, нет, по горам еще. Коленки не намочишь? Пока нет. Как только буду, да, что я буду что-нибудь поднимать? Зацепился сапогом. Да комаров немного сдувает, блин. А так они прям так и хотят вцепиться, блин. Губу укусил. Ужас. Мне правую сторону комары прямо атакуют. Ветер слева дует. Все, подожди, сейчас одену хорошо. Ага, одевай, я пока покажу, что мы перешли. Давай. Переход Ольховей-Вож. Разделись, в общем, до пояса и перешли. Вот там самый был глубокий участок. Ну, намочились, конечно. Вот. Обошлись без лодки. Сейчас Грибобас расскажет, как переходил. Грибобас, расскажи, как ты переходил переход. Короче, я там спустился в воду. Никак получилось. Зашел это по колено. Вода холодная, вот так, зашел, например, в воду. Вода была холодная очень. И там все хорошо, дно песчаное, там много деревяшек, утонувшие уже это. Там березы, не знаю, короче. И иду, а жил я метра два. И я там такая коряк жал, и такие очень много таких, как сучков. Я правой ногой, а лево, а посеком же, короче. И бам наступил. И больно стало очень, а встал так, короче. И тихо-тихо пошел, так перешел. Ну, прошел, отлично. И спасибо
Кому спасибо? Клюкеру. А я-то при чем? Ну, за тебя. Я бы так заблудился, но не знаю как. И с шестом бы прыгал. Спасибо тебе. Это мы хотели с шестом перепрыгивать. У нас была такая мысль. Ну, переслила, все. Сейчас только собака будем переходить, остальные эти переходы. Ну да, но я надеюсь. Да, так оно и будет. Да уж. Ой. И еще, какая штука? Ну-ка, засними меня. Я когда вышел из воды, ничего. А после минут пять, стану ноги почему замерзать. Ну, потому вылез, что вода, это, ноги... А, мы же еще разделись, как комары напали на ноги. Да, 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 да. Ну, мы попшикали ноги и потом стояли без проблем. Да, да. Вот, даже все, спасибо, Джон. Отличненько все. Перешли. Все, спасибо, Джон, большое. А сколько время? Сейчас скажу. В график мы укладываем. 20 минут 12, первого. Ну вот, сейчас где-то минут 40 ходьбы, если как бы быстро идти, ага. То в час мы будем на избушке на той. А, понятно. Ну, пойдем побыстрее. Там можно это, чай скипятить, если чай хочешь. Чай скипятить попьем, ага. Будем кипятить, нет? Да, да. О, что, я. Или можно скипятить на той последней избушке. Не, вот сейчас. Которая высокая избушка. Сейчас будет избушка лучше, на ней скипятить. А что, зачем сейчас? Попьем, посидим, отдохнем. А там что не хочешь? А можно, в принципе, там. Там ближе к дому будет просто. А, ну посмотрим, там. Ладно, по настроению, короче. Да, посмотрим по настроению, давай. Угу. Одевай сюда, сам оранжевый туда. А, сейчас, сейчас. Как, ты как уже себе одел, да? А? Ты уже одел себе, да? Да, да, все, я уже готов, Джон, все. Хорошо, хорошо. Только топа не хочу. Ой, у нас упражнение переход с водой, вот самое главное. Да. Харюс тут. Тут да, харюс, Джон, тут здесь меня, окунь, харюс, ну тут всякая рыба проходит. Тут рыба, да? И какая штука мне нравится? Вот река, вроде широкая река такая, да, не широкая. Вот с того конца, глубоко, а тут мягкая река. Ну там это, типа, знаешь, это, как сказать, русло типа того, что. А, понятно. Все, все, спасибо большое, понял. Ой. Ну все, все, пойдем. А, ну пей, сейчас пойдем. Ой. А ты знаешь что, Джон? Но? Камеру прожали? Ну, я пойду нечестно, ничего. Камеру прожали, и... А я снял, правая нога вся была в комарах. Ага, понятно. Я раз, а я пшикаю, они раз улетают. Вот так вот. Так, сейчас попью водички, подожди. Так, ходи, вот. Вот эти лужи, о которых я говорил, когда мы шли сюда. Ну, какие большие. Опять лужа.